Ребята, всем салют! Добро пожаловать на долгожданный ролик по Булитеха. Решил записать, наконец-то, зайти в игру, поиграть, записать ролик и все вам вообще, в принципе, рассказать, что сейчас происходит, чем я занимаюсь, во что играю и так далее. Ой, аккаунт у меня новый, 309 кубков. Все свои аккаунты я порастерял, но сейчас вам, ребят, все по порядку расскажу. Давайте, знаете как, я захожу в игру, катку начинаю и по ходу дела вам все рассказываю, комментирую и делюсь с вами планами на будущее, что вообще происходит и так далее. Вот. Ну что, ребят, давно с вами вообще не виделись. Играю я на данный момент снова с айфона. Нет, не потому что я хочу обмениваться, сказать, что ой, у меня iPhone и так далее. Нет, ребят, а к тому, что кто меня давно смотрит, знает, что у меня с телефонами непонятки происходят. Вот. Когда-то давно я перестал записывать. У меня был Poco X3. Poco X3 Pro. Вы все помните, что я его покупал, заказывал. Мы вместе его ждали. Вот. Но так уж получилось, что я его сломал и все. И как раз это произошло на тот момент, когда я перестал записывать. Потом я себе снова взял Android. Тоже Poco, но уже чуть-чуть поновее. Poco F3. Ну, не поновее, там X3, F3, они плюс-минус там одинаковые. Неважно, не суть. Короче, новый телефон. Я такой, о, ништяк, буду записывать, буду снимать, все нормально. Ну, вы сами знаете, Android в плане YouTube, я считаю, что немножко чуть-чуть получше, потому что вы знаете, что я записываю только через телефон, монтирую через телефон, никаких у меня там специальных программ на компьютере нету, так, компьютера нету, только телефон, вот. Ну что, потерял я телефон Poco F3. Пошел на речку, и каким-то образом либо у меня его украли, либо я его сам потерял. Вот. Так уж вот, короче, ребята, произошло. Потом я думаю, что же мне надо. Мне нужен какой-то Android, чтобы я продолжал снимать. Все было, сказать-то. Ну, скачивать можно было все спокойно, всякие там программы для монтажа. Ну, короче, удобнее. Я думаю, что большинство знает, что с Android открытая система, и немножко удобнее, чем на айфоне. Что-то найти, где-то что-то скачать, и так далее. Вот. Я потерял телефон и начал думать, что же мне нужен, Android или iPhone. Вот. Ну, все-таки там надумал купить себе опять Android. Уже даже присмотрел какой-то там Samsung S21 FE, ну, если кому интересно. Вот, у него там этот процессор хороший, Snapdragon, кто разбирается, ребят. Стараемся, Samsung были на Exynos 7. Вот, я подумал, блин, ну Samsung кайфовый телефон возьму, и все, буду наслаждаться, буду видосы записывать. Так, сейчас. Ребят, я играю и записываю вам одновременно, то есть это голос, поэтому немножко где-то запинаюсь. Ну, вы знаете прекрасно, что я вам без подготовки всегда записываю мысли и так далее. Вот. Пошел, значит, я искать этот Samsung. На сайтах он везде был. На этом сайте есть, на том, ну, в интернет-магазинах. А по факту приезжаю, а в магазине его нигде нету. Вот, и у меня такая сразу в голове дилемма, типа, что покупать вообще, как быть, и вот, такие дела. На данный момент у меня сейчас iPhone. Альтернатива этому телефону, я рассмотрел 12 iPhone, думаю, пофиг, ладно. Так, побежали. И все. Поэтому сейчас я с 12 iPhone, потому что альтернативу я себе никакой не нашел в этом плане. Думаю, ну, будет
что будет, как бы. Попробую поснимаю. Да, тяжело, да, это все кастрировано, неудобно, но это лучше, чем вообще быть с телефоном. Вот, ну вы сами сейчас знаете ситуацию, телефонов нигде нету, знаете, все с полок посметали. Как в последний раз, да? Вот, пришлось брать 12 телефон. Ну просто. Ребят, со всем с вами делюсь. Я не знаю, кто-то скажет, зачем ты сейчас это рассказываешь. Не знаю, ребят. Кто давно меня смотрит, прекрасно знает, что я все рассказываю вообще своим подписчикам. И со всем. Всеми своими этими делюсь. Мыслями, делами и все, что вообще происходит у меня. Вот. Вот, и начал я снимать, получается, на iPhone. На данный момент я сижу с iPhone и снимаю. Посмотрим, как это получится. Какие программки я найду, ну и так далее. Вот. Что касается аккаунта, да? Ребят, игры я не могу найти никаких интересных марков, поэтому я думаю, скачаю я Улитеха и потихоньку буду, ну, играть заново. Вот, потому что давно я не играл, если... Во-первых, у меня нету своего аккаунта, потому что я играл с Андроида, а с Андроида там типа подключаешь, получается, Google Play, по-моему, да, игры, подключаешь и через них играешь. А в айфоне там что-то через Game Center, то есть совсем разные. То есть ты не можешь с айфона подключить свой аккаунт с Андроида, или зайти с Андроида и подключить свой аккаунт с айфона. А вот, а я играл-то, у меня мой основной аккаунт был на Андроиде, и поэтому все, ребят, моего аккаунта вообще нету. Но мне и не жалко, и пофиг, да, там какие-то скины были редкие, которые там новогодние или еще что-то за события какие-то. Ну и пофиг, ребят, пофиг. Зато сейчас будет интересно, будет все заново. Вот этот вот аккаунт у меня, ему что-то дня 2-3 я играю пока что, у меня там кубков 300. Ну сейчас мы все обсудим, я все покажу, расскажу. Такие вот пироги, ребят. И думаю, что будет интересно всем. Да и мне интересно, потому что я давно не играл. Если бы я зашел на свой основной аккаунт, то спустя там полгода, да, было бы очень плохо. Я так плохо играю, ребят. Так, ловим дракуна. О, сейчас опять своего забью. Да ё-моё, ну куда вы, ребят? Вот так вот. Где ваншот? Булка продолжает удивлять. Ладно, я своего слил, сори. Поэтому буду, ребят, играть заново. Вот так вот мне не везет с телефонами. Так, буду монтировать, так, какие-то программы скачивать. Записывать тоже неудобно. Если со звуком сейчас, ребята, что-то не так, вы меня, пожалуйста, извините, потому что микрофон у меня, который я покупал, идет на USB. А в айфоне только Lightning разъем. Переходник я пока что еще не нашел, который подсоединит микрофон к айфону, чтобы записать звук. Приходится изворачиваться немножко по-другому, через наушники записывать. Так что, ребят, сори, я немножко буду сейчас подтягиваться, возвращаться, так скажем, заново учиться всему, и будем улучшать качество. А тут, ребят, давайте соберем сундучки, ящики всякие, которые я не открыл. Ну так, думал, с вами открою, будет интересно. Да, общаемся. Вот, и вообще планы такие, ребят. Снимать я буду. А сейчас приходится играть. О, выпал огонек. А у меня его не было. Вот, буду снимать. Немножко стал подключаться к игре. Снова начал немножко затягивать. Интерес есть, никуда не пропадает. Вот и все, в принципе. Буду снимать. Что, ребята, что вам? Да, единственное, что проблема это в операционной системе в айфоне, что очень, ну, тяжело. Я, потому что, когда только начинал снимать, я понимал, что с айфона это будет тяжело. Все закрыто, нигде ничего не скачаешь, что нужно. Вот. Так что буду как-то изгаляться, вы мне тоже там советуете, помогаете вообще, что можно сделать. Но явно я не один такой, явно есть какие-то ютуберы, которые с айфона тоже все снимают, и монтируют, и делают, не знаю. Просто у меня тупо, как обычно, как всегда, одно устройство, и я с него все стараюсь делать, и монтировать, и снимать, и выкладывать.
И я думаю, что получится. Но зачем я сталкеру отдал? Так, ну в принципе все. Тут у нас 10 бачей будет. Что еще рассказать ребятам? В принципе, да, наверное, все. Итак, ролик, наверное, затянулся. По булке мы, наверное, с вами потом обсудим вообще, что, как, что я думаю по поводу каких-то здесь изменений, добавления звездных пропусков, лиг, кланов, что вообще, какие у нас там будут планы. По поводу клана, я не знаю, может быть, создадим что-нибудь, как там вы будете на это смотреть, я не знаю. Вот, ну, играть, в принципе, я буду. Что еще? 325 у меня купчей, я играю пару дней, ребят. Да, я понимаю, что можно за день 1000 апнуть, я это делал. Ну, ребят, сейчас немножко время другое. Сами понимаете, работа, семья, ребенок, поэтому немножко по-другому сейчас будет, но в любом случае играть я буду. Раньше я мог просто целыми днями сидеть залипать, там, знаете, 24/7, сейчас чуть-чуть попроще. Но в любом случае я на связи, я комменты читаю, комменты отвечаю. Вот. Ну, в принципе, все. Пишите, спрашивайте, отвечу. Что делаем дальше? Снимаем. Я думаю, что снимаем. Вот моя статистика, если что. Сыграно боев 66. Номер 1 53 раза всего лишь. Количество убийств максимальное 9. Сложно играть, когда боты в команде попадаются, и получается, ты один в команде, типа, играешь. Вот персонажа так и нету, я такой зайду, думаю, блин, полгода не было. Перса добавят, наверное, добавили какого-нибудь. Нет, нифига нету, не знаю. Пишите, может, что-то обещали, может быть, нет. Посмотрим, почитаем, ребят, ждите следующий ролик. Я не знаю, конечно, когда я его выложу, этот ролик, потому что первый раз сейчас буду монтировать, ребят, там что-то кого-то наложить, эффект, ну, что-то кого-то, как обычно, музыку. Это все будет очень, наверное, для меня сейчас тяжело, поэтому... Ну, если вы видите этот ролик, значит, он вышел, поэтому... Все, ребят, спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока, обнял, ждите, на связи, скоро увидимся.